О состоянии вооруженных сил Казахстана и реализованных планах в аккорде президенту доложил министр обороны страны. Сакен Жасузаков проинформировал верховного главнокомандующего об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017». Напомню, в них были задействованы около 10 тысяч военнослужащих и свыше 1500 единиц боевой техники. Министр также представил президенту отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. Я пригласил вас для того, чтобы обсудить работу вооруженных сил. На сегодняшний день вооруженные силы занимаются в соответствии с планом. Все программы, планы выполняются. Повысилось качество боевой оперативной подготовки. Буквально недавно, на прошлой неделе, мы завершили крупномасштабное учение «Каратау-2017». Где-то около 10 тысяч личного состава участвовало. Работали на 4 операционных направлениях, одновременно управляли с Министерством обороны. В принципе, войска показали хорошие результаты. Но самое главное, мы сейчас на этих учениях применили новую технику и вооружение. Это мы применили «Орланы», беспилотные летательные аппараты.